декабре 2024 на Иви состоялась премьера военной драмы «Брак у ворот». Это картина от режиссера Никиты Грамматикова. Главные роли, в которой исполнили: Филипп Янковский, Александр Новин, Дмитрий Муллер, Сергей Гурьев, Мария Смольникова, Заза Чантория, Кристина Ра, Сергей Варчук, Ольга Ефремова и другие. События в картине разворачиваются в СССР 1941 года. Несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков в Москве. Герои поручают возглавить оперативную группу, чтобы расследовать цепь загадочных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом преступлений. В ходе следствия выясняется, что все преступления совершены группой фашистских диверсантов под руководством Павла Турсунова, мечтающего отомстить лично Сталину за смерть родителей. Захару придется вступить в смертельную схватку с Турсуновым, чтобы предотвратить грандиозную диверсию, способную переломить ход войны. Наградой для него станет не только честно выполненный долг перед Родиной, но и шанс увидеть жену на свободе. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Враг у ворот» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.